Доброго вечора, наші любі глядачі! Цього року театр відзначає визначну дату – 90 років з дня свого заснування. Попередній сезон пройшов під знаком бенефісів провідних майстрів сцени нашого театру. А цей 91-й театральний сезон ми розпочинаємо бенефісом творчого колективу театру під назвою «90 перлин на оксамиті рампи». Але це буде попереду. А сьогодні ми запрошуємо вас у чарівну і маємо надію цікаву подорож театром, де ви зможете побачити те, що приховано від вас за лаштунками та завісою, дізнатися багато нового про життя та людей театру. Багато років гаслом театру є фраза «Найкращий відпочинок – вечір у театрі». І саме тому ми запрошуємо вас на 9 вечорів з улюбленим театром. Сьогодні 6-й театральний вечір. Пластика, жест, експресія. На сцені балет. Из нас не восхищался вечно молодым искусством, не испытал той радости, которую дарит людям балет. Сегодня мы расскажем вам о балетной труппе нашего театра. А все начинается за этой дверью. Thank you.
Я хочу задать тебе один вопрос. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начала заниматься танцами? Мама меня привела в 4 года, но сказала, что мне 6, потому что в то время не брали детей с 4 лет. Скажи, ты мечтала с детства всю свою жизнь связать с танцами или были еще какие-то желания? Ну, желаний было много, разные, но, в принципе, как бы все, что было заложено в детстве, оно шлейфом тянулось, и я вернулась к балету, несмотря ни на что. Танюш, скажи, есть у тебя любимая классическая вариация, какую ты хочешь станцевать на сцене нашего театра? Да, их очень много, но, в принципе, некоторые из них я уже станцевала, спасибо большое театру. А сейчас я бы хотела бы, наверное, приготовить что-нибудь из Байдерки. Привет, ребята! Люба, скажи, пожалуйста, сколько ты служишь нашему театру артисткой балета? 18 лет. Скажи, у тебя есть свой секрет, лично твое сохранение юности и балетной формы? Нет, у меня никаких секретов нету, просто хорошее настроение. Вас вітають артисти балету нашего театру. Любов Венер, Іван Тарасенко. Thank you.
Иван, я знаю, ты увлекаешься акробатикой. Это хобби помогает тебе, ну, улучшить свой танец, твои сольные номера? Или это просто для себя? Дело в том, что я люблю пробовать чего-то новенькое, чего-то сложное. Мне это очень нравится. Так как, допустим, вот мы сделали воздушную акробатику на канатах, кольцо Сира. Мне в этом очень сильно помогает моя семья, которая верит мне. И их вера помогает мне достичь результата хорошего. Природа играет, конечно, большую роль в растяжке. Но я думаю, что не зря придуманы поговорки всевозможные «пот и труд, все перетрут». Поэтому я думаю, что ничего нет невозможного. Спасибо, спасибо.
Откуда вы черпаете идеи для ваших новых танцев? И поделитесь с нами, со зрителем. Ну, в первую очередь, мы очень много смотрим видео и вдохновляемся им. И вот, например, в этом году, на 90-летие, мы будем танцевать танец египетский. Для него мы шли очень долго, вдохновлялись около 2 лет. И, надеюсь, в этом году мы оправдаем свое доверие. А еще я черпаю свое вдохновение от бусинки. Спасибо. Женя? Что? Не знаю, мы хотим радовать нашего зрителя новыми работами, и зритель тоже есть, вдохновляет нас над тем, чтобы работать и идти выше и выше, чего-то учиться нового и радовать всех своим мастерством. Silver storm, figures dancing gracefully.
Ось і дійшов кінця черговий вечір у театрі. На сьогодні ми прощаємося з вами, наші любі глядачі, але тільки на мить. Вже наступного вечора ми будемо зустрічати вас з посмішкою та відкритою душею. Ходіть у театр, захоплюйтесь ним і пам'ятайте, найкращий відпочинок – вечір у театрі. До нових зустрічей!